Акити, вода, рапуц. Вау, я крутой. Всем привет! Сегодня я наконец-то начинаю свой влог про универ. И давайте уже начнем. Сегодня пара начинается в 10:50. День, когда можно нормально выспаться. И сейчас время 9:50. Получается, у меня остался только час. Давайте преображение будет до и после. Па! Вот и после. Намарафетились, уже готовы. Кстати, осталось только 15 минут. Я опаздываю. Погнали. Я так спешу и прихожу. А пары отменили. Никого нет в классе. Прихожу. И тут пустой класс просто. А я так спешила. Красилась 2 часа. Вот. Парни будет. Отменили. Просто сижу и жду остальных. Сегодня будет фуд-драйв. Это мои одногруппницы. Одногруппники нарисовали. Как это красиво. На фуд-драйв приглашаем всех студентов. Сегодня будет вот через полчаса. Это пермет. Вот и готовимся. Что там написано? Привет. А мы это здесь нужно делать, да? А что мы сюда напишем? Типа NJ фуд-драйв? Может, вон там. С маркером. Ты хочешь поднять? Стоим, продаем фудс. Please remember that, as it's written on the screen, everything that will be raised today, the money will be Мы собираем деньги на детдом. So please remember that. Покупайте еду для детей. Just eating foods and enjoying. Продаем. I'm selling it. Bon appetit. Вода, рапуц. Это наша учителя. She is gonna sing our star. Good luck. Молитесь, чтобы у меня голос не задрожал. Привет! Классно выглядишь? Спасибо, ты тоже. Жасмин не успела, Жасмин не успела. У меня тут проходит урок по спикингу, и я делаю тут презентацию по теме волонтерства. But you create feelings of panic and that if you don't buy this, going to the Russian classes. And we don't ready to test actually. Да, у нас сейчас тест. А мы не готовы. Мы просто нравится писать у кого-нибудь знающего. Возможно, им нам поможет или куда-то. Но интуиция всегда помогает. Возможно, нет, да, он на нейтралитете. Он пока что решает. Давай, горячо. Так, все убрать со стола. А тест по русскому мы сдали на отлично. Репетируем. Репетируем. У нас скоро талант-шоу. Мы с ним, кстати, будем выступать. Я пою. Теперь Настя получится капсу. Идем похавать, пообедать. Китченет.
наша столовая. Пойдем. Это наш кофе-брейк. Бон аппетит. Какое обучение идет? А? Обучение. Мадам. Сейчас идем на свои лакера. 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 Тут находится мой локер. Это мой ключик такой маленький. Здесь, что ли? Да, ты забыла вот самый розовый. Я же говорила. Только моя книга там и все. Да. Говори же, я вообще. Отсюда можно посмотреть на красивых мальчиков. Go. Just sitting and chilling at the university. Oh, sitting and studying. Я так устала, я хочу в дом поскорее. Да, кстати, завтра выходной. Мы уже устали. Я, кстати, снимаю влог. Так. Как у нас тут красиво вечером, о боже, я просто обожаю этот вид. Уже 5 вечера, я еду домой. 7 часов провела в универе, и на этом все. Я снимала влог. Классный влог получился. Всем пока, увидимся.